Знаете, меня ваша мама поразила, потому что мы разговаривали как раз про фильм «Звезда» с ней год назад, когда вы снимались, еще когда не было понятно, что это будет результат. И, естественно, мы говорили про вас тоже, потому что я про родственников люблю говорить. И она сказала, что вот он снимается, а вот снимется ли, вот будет непонятно, потому что вот то, что человек снимается, и то, что вот у него получится, это вот не факт. Меня поразило, потому что обычно матери, ну, к первенцам они точно очень-очень, ну, субъективны, то есть они всегда вот нахваливают, и вот меня поразило, что она очень осторожно оценила предполагаемый результат. Вы вообще с ней обсуждаете свое творчество? Ну, я бы не сказал то, что я обсуждаю, потому что родители знают мою позицию. А какая позиция? Зрители не знают. Расскажите. Ну, вот был случай и вот с Аней, и в театре. С Аней, вы поясните, с какой Аней? С Аней Меликян. Да, с режиссером фильма «Звезда», да. Вот, и с Константином Юрьевичем Богомоловым, потому что дебютировал я, так сказать, на сцене со своим отцом. И он начал во время репетиции делать замечания по поводу моей речи. Так. То есть то, что она немножко непонятная для слуха. То есть невнятная даже так. То есть мы про фонетику сейчас говорим или, ну, про лексику? Про фонетику больше. Так, ага. Вот, на что Константин Юрьевич Богомолов сказал: Олег Павлович, нет, как бы, мне нужно именно это. Ага. Вот, Олег Павлович очень долго сопротивлялся и пытался мне как-то сказать то, что неправильно. Тебе надо говорить понятно. Но у меня позиция такая, что я буду делать всегда то, что мне говорит режиссер. Ага. Если он мне скажет говорить непонятно, я буду говорить непонятно. Потому что для меня это самое главное. Ну, как бы я же работаю на этого человека. То есть я работаю на режиссера. И что он мне скажет делать, то я и буду делать. И вне зависимости, что мне скажут на это родители. Угу. То есть вот как-то так. Интересно. Интересно, необычная позиция. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».